Друзья, всем доброго времени суток. Добро пожаловать на канал Завода. Меня зовут Дима, и мы продолжаем с вами проходить Far Cry 5. Оба-на, это что такое? Что за движняк? Блин, в камень попал, ну ладно. Так, 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 что за война, что за война? Гори в аду! А что такое? Ай! То не, ого! Вот это вот движуха! Вот это вот движуха! Зря я, наверное, начал. Ну да ладно, сейчас отомстим по бырчику. В общем, нам сейчас нужно найти Фини и, так сказать, дизейбл сделать. Так, уничтожьте Фини, да? Вижу. Так, так, сейчас буду тачки ехать со всех сторон. Вот это сразу с ним. А, нет, только у меня патронов мало. Уничтожаем Блаш. Уничтожаем ее так. Ага, вот кто-то едет. Сняли. И тебя тоже снимем. Так, еще что ли? А, нет, это... На тебе гранат. Ой-ой-ой-ой-ой. Вот так. Че, ты все? Скоропостижно. Короче, помер ты. Фоночка померла. Так, ну все, вроде никого нет, все чисто. Так, 800 метров. Не, мне какую-нибудь тачку. Только нормальную тачку, не сектантов. Я не буду на плохих машинах ездить. А то еще нахватаюсь. Так, да, в общем, нужно найти Фини. Найти Фини, и, скорее всего, нам нужно его завалить. Все верно? Где задание? Так, отправляйтесь в оранжерею, чтобы освободить ее от сектанта, сожгите поля Блажа. Так вы сможете выманить химика Фини и разобраться с ним. Да, мне нужно его уничтожить. Отлично. Отлично. Опять кого-то надо убить. А вот и тачули есть. Блин, ну тут пока дойдем туда. Ладно, давайте на тачку сядем. Или зачистим тут. Так, пивоварня, светящийся бобер. Или сразу освободим, а потом поедем. Не, давайте на обратном пути. Сейчас тачку сядем. Сядем. Доедем до Фини. А потом уже вернемся сюда, если что. И на все остальные места. Их очень тут много. Есть чем заняться. Так, заблаждать аванпост мы не будем. Ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва. 400 метров. 300 метров. Так. Чё за движение тут? Давай тебя мы задаем. А куда пошёл? Гори в аду. Ты чё, а? Сколько секунд тебя сжечь-то надо? Чтоб ты понял, что ты умрешь. Ой. Все, хорош. Разобрались. А это, кстати, кто у нас? Это у нас случайно не то самое задание, которое конвой надо уничтожить. Так, вооруженный конвой у реки. Уничтожьте боевые катера Веры. Ну да, это они. А чё они тут стоят? А там дальше и Фини. Ну, наверное, уже здесь пешком начнем разбираться. Чё, он там один, что ли? Минус. Не минус. Минус. И все. И теперь чисто катера надо убить, да? Ну, давайте сейчас прыгнем. Потом здесь же кошка есть, да. На кошке, если что, заберемся. Ой-ой-ой-ой-ой, сколько вас там, я сразу не заметил. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Так, в воду, не разбился, хорошо. Так, где вы? Вон они стоят. А, динамит. Так, раз. Два. Вот именно. Давайте.
плывите. А, куда вы? Какие хитручие. Так, все, задание выполнено. Конвой уничтожен. Еще 200 очков свободы. Или как они там называются. Так, мне надо вот туда аж наверх. А я здесь могу добраться? Забраться. Либо там на кошке. Либо здесь вплавь и вот, скорее всего, пешком. Да, так и сделаем. Блин, тут вода отравлена. И животные ее пьют, да? Ну да, неудивительно, что тут все животные под разными прикидами. Ну вот, типа сидит пума, подходишь к ней. А это волк! На! Ух ты, там бойня. Меня подождите. Ой, ой, что-то кашлю. Кашлю. Неужто я заболел? Коровий вирус напал. Так, куда пошли? Куда пошли? Ты где? Ты что, под землей, что ли? Ага. Гранатку. Бэм. Двойное убийство. Испытание пройдено. Хорошо. Так, ты где-то под землей. И мне так хорошо с тобой. Держи меня, не отпускай. Между нами рай. Да, петь я не умею. Так, патроны мне возвращаем, которые я на вас трачу. Так, где Финни? Уничтожьте Финни. Он где-то в подвале или где, я не пойму. Как туда попасть? Или как мне нужно его выманивать? Может, тут какой-то проходик есть? Как его еще выманить-то? Можно, тихо. Нет, здесь ничего нету. Странно. Может, типа я поторопился? Ну, я уничтожил все поля. А вот оно что. Вон оно что, Вась. Давай, Димон, спускаемся. Врата Эдема сильнее тебя. Да. Спасет меня. Не. Все, вип-сектант уничтожен. Это был... Ух ты, у тебя получилось? Винни-финни. Никакого Финни, никаких наркотиков. Мы избавимся от всей блажи. Круто, правда? Да, я конечно. Горжусь. От души, брат. Тоже бы гордился. От души, брат. Это у нас, значит, местный Хайзенберг был. Так, читаем. Записка Финни. Специалисты сообщают об успехах. Скоро я буду в оранжерее, проверю. Возможно, назову новый сорт в свою честь. Думаю, отметим в узком кругу, не привлекая лишнее внимания. А еще надо отпраздновать, что я выиграл пари. Достану хороший виски, жди меня, Финни. Так. И кому это адресована эта записка? Интересно. С кем пари у него было? Так, усиление добавлено в ваше снаряжение. Мастер выживания. Так, ты у нас... Кто? Пума! Вот это сюрприз, мазафакер. Так. Давайте тут все обчистим, посмотрим, полазим. Может, что интересное есть? Дверь закрыта. А это что? А, это играть, это неинтересно. Потом как-нибудь я зайду в эту аркаду обязательно, но не сегодня. Обыскали. Во, патрончики подобрали. Патрончики, это хорошо. Обана. Я ж тебя попал! Походу не попал. Так, ладненько. Чё делаем? Едем тогда, наверное, даже летим. Тут же пушки есть? Атакую! Нет, тут пушек нету.
Тогда неинтересно. Кто меня там атакует? Так. По дороге, значит, там у нас был аванпостик вот этот. Вот сейчас надо его освободить. Ага, нам либо надо ехать. Так, ну мне кажется, вот здесь вот так вот быстрее будет. Если отсюда... О, Клатч Никсон. Кстати, можешь в Клатч Никсон сходить? Да, наверное, так и сделаем. Пойдем сейчас к Клатч Никсону. Покатаемся, посмотрим, что там за новое соревнование, так скажем. Что за рекорд. Так. Вот сюда. Ой. Ой, я рассчитывал в воду упасть, а он прям... Это как закон подлости. Когда там через сетку, я помню, что там, что-нибудь кидаешь, она вроде тоненькая. Ты должен попасть, но ты попадаешь куда угодно, только не в дырочку. Да, когда в дырочку не попадаешь, это плохо. Поэтому надо пристреливаться так. Ну, я человек рисковый, буду спрыгивать. Так, кстати, высота сосны 9 метров. А если я спрыгну с 9, что мне будет? О, чуть-чуть ножку подвернул. Так, да тихо, тихо. Да не надо меня палить. Мне Клатч Никсон нужен. Читать. Рофлы жесткие. Выпуска своего сборника эротической поэзии. По иронии судьбы, и трюк, и книга имеют общее название «Дыры былой славы». И никто не смог их превзойти. Ага, в общем, Клатч Никсон любит Америку. Проведите самолет сквозь кольца и уничтожьте все препятствия на своем пути. Но мне кажется, это будет... Мне кажется, это будет непросто, потому что я самолет не люблю здесь. Управление ужасное просто. Так, куда? Ты вперед, вперед и вверх. Ага, все. И опять эта песня. А-а-а. Так, ну я вроде на максимальной скорости лечу. Ох ты, ёк-макарёк. И как мне здесь... А, всё. Прямо между водной гладью и мостом. Вот это манёвр. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Выравниваемся, выравниваемся, выравниваемся. Всё. Кстати, надо не забывать про уменьшение тяги. То есть на С уменьшение тяги — это уменьшение скорости. Ну как сказать, не напрягаюсь. Мне тяжело. Ой-ой-ой-ой. По красоте сейчас будет. Или нет. Да-да-да-да-да-да. Ой-ой-ой-ой. Ой, блин, опять скалы. А, что? В смысле, он меня сбил? С пистолета? Он меня сбил с пистолета? Что? Так он даже не меня убил, не в меня попал. Он самолет типа убил, уничтожил. Вот это жестко. А ладно. Еще раз. Так, промчитесь. Так, максимальная концентрация. Слушаем музыку и кайфуем.
Да ты чё, все изи было. Ой, как четко залетел, прям ровночка. Ля, они опять по мне стреляют, но уже другие. Он даже не напрягается. Да-да-да. Да-да-да. Подумаешь, всего лишь... Всего лишь не, даже иголочка не зайдет. Так, здесь по мне никто не стреляет. Это хорошо. Бум. Попал прямо в яблочко. Ой, неужели они еще за мной сейчас ехать будут? Да, рили. Прямо между водной кладью. Вот это маневр. Так, ага, вижу. По пути. Так скажем. Вот так, 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 я понял. Здесь тягу уменьшаем, поворачиваем. Возле черпальной машины пилот делает разворот с креном. С креном, да. Именно с креном. Почти задел мост, но все обошлось. Так, это все так и задумано. Ты че, миллиметр? Вот, наконец-то финиш. Фу-фу-фу-фу-фу. И что мне дадут, интересно? Какой финиш? Какой финиш? Да обычный, на изиче. Я и другой рукой я вообще в телефоне сидел там. Лазил, общался, все дела, видосики смотрел, новости читал. Так что для меня это слишком изи было. Так, дыры до былой славы. Доброй славы, хотел сказать. 750 баксов и овердрайв. Новая одежка доступна. Но... Окей, потом глянем, что за одежка. Так. Мне патроны дайте. У меня 11 один патронов. Я простила, но так, а это что такое? Ну и второй простишь, раз один раз был. Так, теперь мне нужно вот сюда вот. Пойду, значит, уничтожать там всех. Никто не идеален. Все мы порой совершаем ошибки. Да, и да, да. Я. Кстати, в этот раз клатч Никсон прям легкий был. Хотя, может, я уже как с управлением разобрался, уже я оловчился, думаю, так скажем. Вы так. Наконец-то стали понимать друг друга. Стопэ, ну, чувак, выходи. Тебе можно доверять? Угнать. Да давай, да давай. Давай, давай, не ломайся. Я много добрых дел сделал. Как же я заблуждался. Всего лишь тачку хочу одолжить. Так, выключить. Не жди от меня недобрых слов, ни поблажек, ни жалости. Это что за движуха? Бам! Не-не-не-не-не-не! Покинуть транспорт. Все, приехали. Ой, я пожалею. Помогите! Какова воля? Кого ты там высматриваешь? Твой кентюрик далеко не здесь умер. Чё, еще один? Ну ладно. Ой. Так он еще и с РПГшкой. Фигасе. А ты откуда тут взялся, а? Так, давайте мы, наверное, вот это поменяем. Гранатометик возьмем. Мне кажется, с ним попроще будет. Так, ты свободен? Ты не связан? Не связан, отлично. Так, самолет. Так, а знаете, что я сделаю в этом случае? Я просто вызову помощника. Так, где команда моя? Вот, выбрать. Повезло. Прохожу на цель. Йогой. Давай, защищай меня. О, тут тоже тачка стоит, только другая уже. Не красненькая. Так, раз, два, три. Три. Как их уничтожить? А, вот вижу. Минус один.
Так, а здесь уже не подберешься просто так. Главное, чтобы подмоги не было. Так, и теперь с той стороны тоже. Ой. Да ладно. Нет. Ну нет. Ну нет. Да. Это да. Так, ну давай. Вертолетчица, помогай мне. Или что это за взрыв был? Надеюсь, это не ты умерла. Где она? Блин, реально на проводах, походу, застряла. Да что ж ты будешь делать? Так, это надо уничтожить. Все. Чтоб никто не приехал наверняка. Теперь быстро со всеми разбираемся. Ой-ой-ой, ну куда ж ты? Кто по мне стреляет? А? Оставаться в сознании как? Ну, я нажимаю Ctrl. Или надо в определенный момент нажимать? Я не понимаю эту фишку. Ладно. Сейчас недалеко появимся. И со всеми справимся, я уверен. У меня как-то все получается второго раза только. Как-то даже странно. Кто меня спалил? А. Так, минус. Атакую сверху. Так, а ты вертолет где? Она есть или нету? Где она? Так. Команда, вот. А, так стоит отмечено. Ладно, все. Базар. А. Я понял. То есть ты меня на меня оставила. И народ. И самолет. И вертолет уничтожила. На помощи ждать неоткуда. Враг вызвал подкрепление. Да что такое? Как ты опять вызвал подкрепление-то, алло? Вип-сектант убит. Так, на крышу. Или не надо на крышу? Нет, залазим на крышу. На крышу поспокойнее. Вот это вот. Убегаем. Ой, убегаем. Уничтожаем. У тебя тут вертолет еще, самолет, то есть, летает. Так, убиваем и собираем патроны. Куда ты лезешь? Вот они, красавцы, и приехали. Ну, это как бы конечная ваша. И твоя. Так, патроны на одной пушке у меня закончились. Не. Блин, он ногой так пинает, забавно. Так, так, так. Чё? И куда ты бежишь? Ну какой жирный! Минус. Минус, минус, значит... Вот, отлично, залез. Так, никого вроде нету, а музыка до сих пор неспокойная. Это как понимать-то?
Ага. Сзади стреляет. Да, ты что ж так близко-то в спину прям. Вот поэтому надо наверх. Надо наверх. Ага. Бежи, бежи. Куда ты бежишь? На, на. Так, их еще много здесь будет, а? Так, как мне отсюда? Бля, еще бегут. Да я его уже сорвал. Да. Почти зловещий смех. Во! Вот теперь все. Освобождено. Сейчас мы здесь пошаримся, облазим, поищем, что тут, где тут, как тут, а потом... Выполним задание, если тут нужна всем помощь. Кому нужна помощь? Ой, как хорошо. Ой, как замечательно. На этой старой пивоварне святоши делали блажь. Хорошо, что мы сорвали им производство. Теперь хоть будет возможность сварить нормального пива. Молодцом, салага. Блин, на самом деле меня чуть-чуть напрягает, когда говорят на... Типа, вот у нас получилось, мы это сделали, мы... Блин, чувак, я как бы один это все делал. Потрясная игра. Я один красавчик. Я один все сделал. Ты здесь... Сделал целое ничего. Так, обыскать. Конечно, обыскать. Так, это что у нас? Записка. Слово Иосифа. Вера, открой. Короче, это алтарь еще один. Алтари будем потом уничтожать. Где-то еще записка была. Обалденная игра. Так, это выход. Да? Это не открывается. Где, где, где записка здесь была? Я ее сразу не стал читать. Думал, обойдусь. Вот здесь где-то. Я чувствую, вот она. Так, записка химика. Блажь в виде порошка делают только личные химики Веры в ее бункере. Если накачивать ангелов жидкой блажью, они быстрее приходят в чувство. Да, порошковая блажь эффективная, но после нее не встают. Ангелам нужна жидкая блажь. Лишь она ставит их на ноги. На ноги. Или на ноги. Ага, интересно, а какой блажью кормили этого маршала? Так, ну здесь все. И заданий даже тут ни у кого нету для меня. Только вот нанять могу. Чувак. Так, это я читал. Чувака нанять могу и все. Оба-на, а вот это надо. Вот это пометочки всякие будут на карте. Теперь это хорошо. Ящик не пропускаем, нет, полно у нас. Это что такое? Оба-на. Почему я сразу этого не видел? А, это прям. О, а это что такое? Аптечка! Кто-то спрятал аптечку. А я ее нашел. Так, ну все, значит. Так, не на сегодня, а на... Ну да, на сегодня все, хватит. Чуть-чуть побегали, вот тут магазин тачки есть. Значит, уже будем продолжать в следующей серии.